Спортивному обществу «Динамо» 90 лет. Весь этот год признан юбилейным. Динамовцы, как полагается настоящим спортсменам, отмечают праздник, устраивая соревнования и турниры. С начала года в Сочи прошло уже несколько спортивных мероприятий. Члены общества успели посоревноваться в беге, эстафетах и устроили чемпионат по футболу. Впереди их ожидает еще много спортивных событий. Наши соревнования, которые еще будут проходить впереди, они посвящены этой знаменательной дате. И, безусловно, мы там будем награждать наших спортсменов, наших лидеров вообще в этом движении, в динамовском спорте, во всех коллективах физкультуры. Накануне динамовцы провели праздничный концерт в санатории имени Фрунзе. На мероприятии собралось множество гостей. Поздравить спортсменов пришел и председатель городского собрания Сочи Анатолий Луцик. Сколько раз футбольная команда «Динамо» была? 11 раз была чемпионом СССР по футболу. Волейбольная команда – это борьба, это бокс. Это все любые виды спорта, куда мы с вами не посмотрим, всегда это было «Динамо». В концертной программе участвовали юные спортсмены и танцоры. Несколько песен исполнил музыкальный коллектив «Санатория Правда». Особое внимание уделили ветеранам общества и выдающимся спортсменам. Всем им вручили грамоты и юбилейные медали. Участвовала за «Динамо» на первенстве России 2013 года. Вот. Получила сегодня очень почетную награду за все мои, труды, за столько лет, за все мои результаты. В Сочи «Динамо» объединяет и команды силовиков. Ежемесячно сборные различных подразделений меряются силами в стрельбе, футболе, плавании. Последние годы активное участие в турнирах принимает и команда казачьего общества Сочи. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.